хуторі Усатова балка для 200 сімей привели газ. Місцевих жителів поздравили віце-губернатор Кубані Анатолій Варановський і мер Анапы Юрий Поляков. Глава курорта сообщил, что всего построили 11 километров сети. На эти цели потратили 21 миллион рублей. Мне как никому очень приятно, что еще в одном населенном пункте у нас в городе курорт Анапа появился газ. Наконец-таки дожали эту ситуацию. Я хочу поблагодарить администрацию Краснодарского края, лично губернатора Вениамина Ивановича Анатолия Владимировича Варановского, сказать им огромное спасибо. 11 километров протянули газопровод, потратили более 21 миллиона рублей, и в более чем в 200 домах у нас будет газ. Это очень хорошо и приятно. Я от всей души поздравляю жителей. Тепла и уюта вам. Газ появился в 200 домах Усатовой балки. Поляков поблагодарил руководство администрации Краснодарского края за содействие в проведении газопровода. После зажжения символического факела гости прошли в один из хуторских домов. Хозяйка дома угостила их чаем, воду для которого кипятила на газовой плите. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, газификацию Анапы продолжат. Уже подготовлен пакет документов и поданы заявки на газификацию улиц в станицах Анапской и Гастагаевской, а также в хуторе Чекон. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.